Милен, привет! Ну что, пойдем считать зубы твои? Что мы с тобой сегодня будем смотреть? Ой, прекрасно, леди Баг. А покажи, как ты будешь широко нам рот открывать. Вот так широко? Ну, это вообще какая-то мечта стоматолога пришла. Блестящие помадой. Ой, как блестит. Один зуб, два, три, четыре. Сверху все зубы на месте. Вау, какая фотография красивая. Покрасим сейчас микроба, чтобы выявить, где его дом. Сегодня шоколадная вода. Тебе подойдет такая? Классно. Ой, Настя, давай. У нас тут крокодил завелся в кабинете, представляешь? Я щеткой специальной буду вычищать от микроба зуб. Умница, какая храбрая девочка. А пошире, Милен. Вот так. Там микроб не кусается в зубе? Прекрасно. Большой ротик, большой, большой, большой. Молодец. А ты же моя храбрая девочка. Очень красиво получается. Развела себе краски. Леди Баг будет маленькая, но очень красивая. Как ты мне здорово помогаешь, малышка. Папа вообще в шоке будет. Это как так? Дочка пришла лечить зуб, а ей нарисовали Леди Баг на зубе. Вот это да. Щеткой золотой почистим зуб. Давай. Потрогай языком. Там нет больше норки с микробом. А зуб гладкий у тебя там? А можно я посмотрю его? Молодец! А я фотографирую, моя маленькая. Давай пять! Давай пять! Давай пять! Давай пять! Давай, давай. Давай. Супер! Классный пациент! Ты мне так сегодня помогла выгнать этого микроба хулиганского. Все хорошо? Тебе понравилось рисовать Леди Баг на зубе? Еще будем рисовать когда-нибудь? Прекрасно! Давай пять! Сегодня у нас на приеме была прекрасная Милена. Ранее у Милены не было никакого стоматологического опыта. Милене 4 года. Впервые мы с ней познакомились 2 недели назад на профилактическом осмотре. А мы провели фотопротокол, провели рентген-диагностику, выявили одну кариозную полость на жевательном зубе, которая будет меняться ближе к 12 годам. И приняли решение попробовать полечить. Милена оказалась супергероем. Это у нас было до. Здесь мы уже убрали всех кариозных микробов и восстановили зуб композитным пломбировочным материалом. Но с Миленой мы договорились, что мы с ней рисуем на зубе Леди Баг. Вот что получилось.